Заниматься любимым видом спорта юные ульяновцы теперь смогут в новой футбольной школе. В день открытия клуба записаться на занятия смогли почти 200 мальчишек в возрасте от 5 до 10 лет. Обучать спортивному мастерству детей будут профессиональные тренеры на 6 площадках в разных районах областного центра. Футбол – это самая популярная игра, и которая воспитывает чувство коллективизма и чувство ответственности за тех, кто рядом. Поэтому, мне кажется, вот это очень важно, чтобы наши дети чувствовали, что они не одни, что их поддерживает команда, их поддерживают родители, их поддерживает государство. Набор детей в футбольную секцию продолжается. Записаться на занятия можно в 100-м и 101-м губернаторском лицеях, а также в гимназиях 13 и 34.